Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь разрушение Лего. Привет всем, господа хорошие, с вами, как всегда, Энтони Юрыч, и сегодня у нас, в общем-то, утилизация лего-машин. Да, ребята, мы так подумали, давненько мы не уничтожали просто лего, и сегодня мы будем делать, как всегда, лего-салат из всякого железного транспорта с помощью вот такой вот здоровенной центрифуги, ребята. Думаю, кто играл в BMG Drive, видел подобное, и, в принципе, вот в лего мы тоже нашли и даже удивились немножко то, что вот такое вот есть. Да, ребятки, поэтому сейчас мы будем залетать вот под днище вот этой вот центрифуги, и, в общем-то, она будет нас пытаться сдавить. Посмотрим, на что она вообще способна. Давайте вот... С маленькой тачки, да? Давай. О, братан, стой! Я хотел к тебе сесть. А, ко мне? Ну, давай. Все, я сел. Все, давай. Красиво, делай по красоте. Главное, чтобы мы с тобой не улетели потом в космос. Бензин, походу, закончился. Ну ладно, не хочешь ты, я это сделаю. Я не знаю, у меня бензин закончился. Скажи честно, ты засал. Да, я засал. Да! Нифига, ты тупо врезался в нее, алло! Просто араб, мое второе имя. Араб, твое второе имя, ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, что осталось, рожки-донышки. Да, это, ребятки, легковая тачка, ёпти, я даже не ожидал, что так будет. Господи! Господи, боже мой. Антоха взорвался. Антоха вышел прям под ней. Да, я понял. Так, ладно, ну-ка, так я на автобусе попробую, алло, ну-ка садись сюда. Блин, автобус, так, давай, я, короче, выживший буду в самом конце. Давай, надеюсь, у меня бенз не закончится здесь. Погнали. Давай, топи. На ручной лучше разгоняйся, потому что транспорт большой. Чух, мазафакеры, господи, он тверкает. Мазафакеры. Ёп, мать. А ты чё, как ты живой остался? Я не живой, я сдох, ты чё? Ты живой у меня? Да ну нафиг. А, да. Вон ты на сидушке валяешься. Ага, я проехал, что ли? Я не знаю, как ты пролетел, но факт в том, что живой я тоже, но этот... А хотя нет, ты смотри, барабан, сектор приста барабане. Короче, раскирачил автобус прям вообще в какашку. Ну да, кстати, автобус весь засосал. Господи, он еще подлетает, смотри. Так, давай-ка еще раз его. Ну-ка, что-то я не понял. Это как такое возможно? Я, короче, понял, что делаю. Я на ручной коробке разгоняюсь и просто на F ухожу, и получается, он как бы сам едет. Господи, а что он подпрыгнул-то? Ты у меня сейчас под этой центрифугой. Да? Да. Смотри, а я просто умер. Она тебя просто прибила. Господи, да ладно. Ну, слушай, сверху на тебя стало и все. Слушай, ты довольно-таки хорошо заехал прям вообще. Куда? Ну, в эту центрифугу. Куда заехал? Просто тотальное уничтожение было. Так, я восстановил, короче, нашу эту хрень. Давай попробуем пожарку. Давай, у меня бензина здесь нет. Бензина нет? Да. А она у меня веет почему-то. Идущие на смерть приветствуют тебя. Ну-ка, покажи-ка мастер-классы. Так, давай, 50 км в час, едем, господи, минус просто сразу, но мы живы. Шайтан машина уехала. А я вообще живой. Ну я тоже живой валяюсь, смотри, а пожарка уехала. Куда? У меня она уехала в этот... А у меня она лежит тут рядышком. А у меня в лес уехала без кабины, похер ей вообще. Ну-ка давай-ка тогда самого монструозного босса. Давай, я тебя подталкивать буду сейчас. Ой. Господи. Что-то, по-моему, пошло не так, подожди-ка. У тебя жопа бомбанула. Да, жопа-то бомбанула, подожди, я что-то ничего не понял. О. А, вот ты. Давай, поехали, я тебя еще подталкивать буду. Чтоб ты не отлынивал. Давай, погнали. Хорошо. На ручной коробке давай. Да, на ручной. Ты еще быстрее меня, наверное, будешь. Наверное. Это не точно. Ну все. Ёпа-мать, ты реально быстрее меня. Тра-та-та-та-та-та. Ну давай, ну. Подталкивай меня, епт. Помог. Ой, ой. Другу в беде. Ой, а что случилось? Нихера. Он оказался слишком длинный. Да. Слишком... Ёпа-мать! Просто откусили голову как будто. Охренеть. Смотри, вот это уже все, это уже не длинный, да?
Что-то это прям вообще жестко было. Так, господи! Где я, что я? Что ты сделал с центрифугой, Ирод? Господи. Вот это я понимаю, уничтожили грузовичок, да? Вообще уничтожили, мама, не горюй. А, ну что ж, ребята, продолжаем нашу утилизацию лего-построек. И теперь у нас поезд на колесах, самая большая машина и черный длинный мамб. Черный мамб хочет в центрифугу. Я тоже мамб, только маленький. Офигеть, господи. Сейчас, мне кажется, будет жестко. Сейчас, мне кажется, будет жестко. Все, ребята, тащите, короче, сковородку, будем жарить змею. Да. Я думал, что будет жестче. Ты жесткий, бро. Да. Просто голову откусили. Напополам съели меня. Так, окей, я залазю. А ты что ползешь? Ты даже не заезжаешь, по-моему. На тебе. Господи. Ну, минус голова. Просто минус голова. Дай-ка я разгонюсь. Это свою мамбу там засунул. Ну-ка, дай-ка я тоже разгонюсь, братка. Я буду первый! Блин, почему на мамбе это бензин заканчивается? Давай, я смотрю за тобой. Ну, паровозики, бам-бам-бам. Ёпа-мать! Живой. Повезло, не справился с управлением, не влетел под это, под центрифугу. Я еще раз пробую. Я не знаю, почему, короче, этот поезд начинает просто не то что заносить, он, короче, люфтом идет, боком. Люфтом? Ну-ка. А у тебя последний вагон, по-моему, что валяется почему-то. Да они, короче, этот, заноситься начинает. Где ты? Как-то странно. Давай. Я еду. Так, немножко скорость сбросил. Смотрим, друзья, что же будет с поездом, когда он залетит под эту центрифугу, господи. Нихера не будет. Расхерачил первый вагон только. Первый вагончик, да. До второго не хватает. Но мне кажется, вот этой гигантской машине точно нихера не будет. Он ее, мне кажется, снесет же просто нахер. Нихера себе. Ам-нам-нам. Он ломает ее, прикинь. Да ладно. Она не может его съесть, потому что он здоровый. Тебе просто надо с другой стороны этот подъехать. А хотя там он выкидывать будет, да, там выкидывать будет. Не то чуть-чуть. Да, мы боремся с ней. Господи, мне кажется, она тебе просто леща дает. Я, знаешь, как хомяк на колесе бегаю. Да. О! Куда собрался-то? На, просто. Все, выкинул он его без каких-либо проблем. Ага. Я понял. Ты решил, короче, избрать легкий путь, да? Кардинально. Господи, куда она улетела, алло? Она где-то здесь. Мне интересно, куда Юрий сейчас едет? Ты куда едешь на своей мамбе, алло? Центрифугу. А, ты ее восстановил? Конечно. Я понял, давай. Надо как-то... Ну, блин, ее не затягивает, вот что плохо. Если бы у нее движок в жопе был, тогда бы она вперед лезла до талого. Да, если в жопе было бы круто, конечно. О, пожертвовал хвостом, но пофиг мне. Господи, опять машину подсунул. Она просто встала на 90 градусов. Смотри, как ты ее поставил, слушай. Она сейчас упадет на змею прям, ну. Да. Я не успел чуть-чуть. Повтор номер 200. 200? Да. Я понял тебя. Так, из меня дрифтит, почему бы и нет. Слушай, давай попробуем лимузин самый длинный. Друзья, ну в общем, последний наш заезд, последние наши машины. Это вот такой вот непонятный какой-то КВ-6 там или что это такое за херня. Что дальше непонятные? Это херня какая-то. Вот это лимузин, друзья. Вот этот лимузин. Мы сейчас попробуем на нем заехать под эту центрифугу. Он у тебя просто встал. Не-не-не, он едет. Нет, он да. Приехал. Он едет. Так, КВ-6 лезет теперь, ну-ка посторонись. Господи. Посторонись, говорит. Нихера себе, он просто пополам сломался, да ладно. Хватит рассувать под свою эту
На тебе вот тоже. На! Вылет! Красивый вылет с игры. Салам алейкум, как говорится. Аллах акбар, бляха-муха. Ребята, ёпперный дядя. В общем, вот такие разрушения у нас были. У меня здесь сразу тачка какая-то, я ее прям расхерачил прям в лобби, короче. Нормально, злой Антоха. Короче, ребята, если вам понравилась серия и вы хотите что-то подобное, то обязательно пишите в комментариях, предлагайте свои идеи. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. Да, ребят, всем пока-пока.